Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 65-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать виджет «Маска с текстом». Перед вами сейчас текст, с виду как будто он просто красиво оформлен, например, на фотошопе. Но это сделано все в Muse. Как работает маска с текстом? Вы размещаете любую вообще картинку, и ее будет видно только через ваши буквы. Соответственно, получается, можно получить очень красивый эффект. Но то, что сейчас буквы внизу распадаются, это просто шрифт. То есть вы можете назначить любой шрифт, размер буквам и наложить любое изображение. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как работает данный виджет. Виджет перетаскиваю на холст. И он очень прост в настройках. Текст, через который вы хотите, чтобы отображалось изображение, то есть текст вписывается здесь. И, соответственно, добавить изображение, тут есть ссылка. Вот и все его настройки. Давайте вначале мы немножко растянем наш виджет. Если мы хотим большой текст поместить или же крупные буквы, давайте впишем текст и нажмем Enter. И прежде чем мы добавим с вами изображение, давайте поработаем с текстом. Сейчас он очень маленький. Мы выбираем инструмент текст в Adobe Muse и выставляем нужный вам размер. Сейчас видим, текст увеличился. Дальше вы выбираете шрифт. Давайте, к примеру, у меня был вот этот шрифт, а я поставлю сейчас вот этот вот болт. Дальше переходим в панель настройки текста, выставляем, например, текст по центру, а интерльяж мы делаем, в принципе, пока, чтобы текст был, например, посередине, я ставлю 300. Здесь в этом параметре вообще нужно поиграть, все зависит от вашего изображения. В некоторых местах изображение может быть не такое красивое и яркое. То есть, что я хочу этим сказать? Возможно, вы хотите, чтобы через буквы отображались какие-то определенные моменты изображения. Поэтому вот этим параметром вы можете двигать текст таким образом, чтобы как бы поймать на картинке те, например, эффекты, которые вам нужны. Если сейчас мы сделаем предпросмотр, мы ничего не увидим, текста не будет. Давайте загрузим с вами изображение. Кликаем по настройкам виджета и добавить файл. И я добавляю какую-нибудь картиночку. То, что сейчас вы видите в предпросмотре изображения, да, его на сайте не будет. То есть изображение будет там, где буквы. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот вы видите. То есть через буквы будет вот таким вот образом просвечивать. Конечно же, нужно здесь подобрать какую-то красивую, яркую картинку, чтобы она хорошо смотрелась. Как у меня, например, получилось вот здесь. В принципе, здесь, на этом виджете все. В настройках я его рассказал. Используйте на своих лендингах. Подбирайте красивые изображения. Данный виджет вы найдете на моем сайте. Ссылка под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите.
иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.